Для этого нам понадобятся, конечно, крысы. Как это без них? Для этого нам понадобится яблоко. Ну, вы можете там взять, не знаю, даже. Вы можете туда положить арбуз, банан, ну, очень мало. Виноград можете положить, одну-две ягоды. Это, кстати, не полный список. Яблоко можете положить, черешню, банан, такие вот овсяные хлопья. Называется. Короче, я немножко там засыпала. Сейчас чайник у меня уже вскипел. Наливаем кипятка. Такая, короче, разбухает. И любое лакомство. Но у меня его нет, только корм Little One. Я в прошлый раз насыпала. Я от семечек отделяла, и от этих штук. В общем, берите вкусняшки какие-то для крыс. У меня нету их. Крыскам-то я уже сказала, что я печеньки делаю. Вот они и ждут у меня. Я с ним погуляла, то уже. Смотри, какая. Ой, ты, господи, моя сладкая. Стоп, я же не буду вот так вот яблоки пихать. Надо их разрезать. Я разрезала. И этого им хватит, а вот это я съем. И вот это тоже. Стоп. Я им корм не отделила. Вот я отделила уже корм. Это, кстати, корм, да. Вот яблоко. Пойдемте смотреть, что там у меня уже сварилось или нет. Так, видимо, оно уже... приготовилась. Выливаем. Подождите, я ложка придерживаю. Я уже все сделала, вылила. Вот, получилось. И сейчас надо вот это вот все пересыпать сюда и размешать хорошенько. Насыпаем. Так вот получилось. И яблочек. Два кусочка. Еще два кусочка. Теперь перемешиваем. Я размешала, и получилось вот так вот. Тарелку, поэтому ем это. Вот какие печеньки получились у меня. Сейчас даем остыть. Можете в микроволновку, но я не буду. Теперь надо их куда-то положить, чтобы они остыли. Ну, например, просто на стол. Буду смотреть как раз, чтобы не это. Не, ну а что? Сами виноваты, да? Видишь, мои сладки. Ну, я с вами уже гуляла сегодня. Это что? А, ладно, я яблочек оставшееся немножко положила, но они лежат. Покушали. Шкурку, как всегда, не кушали. Такая вот мать у вас бессовестная. Ладно, выходите. Давайте гулять будем. Погуляем, короче, с ними. И будем печеньки кушать. Знаете, если она до конца не высохнет, то ничего страшного не будет. Только надо им, может, одну печеньку. Пускай едят. Как не испачкать, а? Вытереть не забудь. Ага. Всем пока!